Добрый день. Еще раз. Добрый день. С вами школа шоу-бизнеса. Меня по-прежнему зовут Ферапонтов Владимир. Я продюсер. И сегодня мы с вами... Во-первых, другой формат. Раньше мы снимали горизонтально, а теперь мы решили снимать вертикально. Посмотрим, какая разница. С моей точки зрения, вертикальные ролики в Ютубе стали лучше заходить. Что-то происходит. Ну окей, мы сейчас не об этом. А сегодня мы с вами говорим о том, как... Что самое главное для артиста. Вот. И, наверное, с этого вообще надо было начинать вот именно с этого ролика, а потом уже нести всякую другую ахинею. Но так получилось. Я давно вам обещал видео, которое бы называлось «Как сделать хит». На самом деле можно делать все, что угодно в творческой профессии. Можно там пить, драться, там можно заниматься каким-то пиаром, промо и так далее. Можно найти самого крутого продюсера, можно найти самого крутого пиарщика. Но в первую очередь должен быть хит, конечно, безусловно. И все начинается с хита. Я работал с большим количеством артистов, у которых не было хитов совсем. Они что-то делали непонятное, что-то они там гнусавили, что-то они там какие-то песни делали, какие-то такие, которые, ну, хитом назвать сложно. И вы знаете, у них ничего не получилось. А с другой стороны, я знаю многих артистов, у которых есть очень хитовые песни, очень хитовые. И у них тоже ничего не получилось. Тоже. Это связано с тем, что рядом не было продюсера, рядом не было людей, которые могли бы вправить мозг и направить в нужное направление. Ведь большинство из вас думает, как, у меня такие хитовые песни, у меня такие хорошие песни, так все здорово и клево и круто. А чем мне продюсер-то нафиг нужен? Я вот смотрите, как пою здорово. Ну и, в общем, ничего из этого тоже не получится. Да, чуть не забыл, самое это главное. Я вообще ничего не буду рассказывать, совсем ничего. Пока вы не поставите лайк и не подпишитесь на наш YouTube-канал. Вот, Success называется. Intersuccess, если вы не знаете английского, это международный успех. Ну и с вами продюсер Владимир Ферапонтов. Лайк, там лайк внизу. Мои все контакты в описании профиля. И за вас, артисты. Итак, как сделать хит? Я много анализировал эти вещи и пришел к интересному выводу. Чем у вас длиннее и умнее текст, тем меньше вероятность того, что песня будет хитовой. У хита должен быть простой текст. Должен быть текст, который ложится на уши. Многие из вас скажут, что это припев. Я бы сказал по-другому. Это ключевые слова. То есть масса артистов, хитовых артистов, которые находят вот эту ключевую фразу, и вокруг нее они строят песню. Наверное, это самый лучший способ, наверное, самый лучший. Ярким примером является, не знаю, группа Тату, незабвенная, со словами песни «Нас не догонит», «Нас не догонит», «Нас...» О чем песня? О чем вообще непонятно? Какой текст у этой песни? То есть, ну, может быть, кто-то из вас знает, но большинство людей наверняка не в курсе. Но слова «Нас не догонят» стали ключевой фразой, и они гремят по полной программе, и все мы эту песню знаем. Любим, не любим, неважно, но мы знаем эту песню, правда ведь? То есть это хит. Вторая составляющая, немаловажная составляющая, это запоминающаяся мелодия. То есть мелодия должна ложиться тоже на уши. Она должна быть яркой, запоминающейся и тоже не сильно
какой-то вот замученный, замудренный. А, знаете, вот согласитесь, могу примеры привести из жизни, а когда популярными становились те песни, которые можно, любой человек может исполнить сам. То есть, ну, скажем так, мое поколение выросло на группе «Машина времени». По-моему, она сейчас Андрей Макаревич, мое уважение, иногенты, да? Ну, по крайней мере, Андрей Макаревич иногент, но это не важно. Любой из моих сверстников мог взять гитару в подъезде с бутылочкой или без бутылочки, спеть практически любую песню этой группы. Я, наверное, тоже, наверное, даже до сих пор, даже сейчас, уже много лет не пою, хотя я пою, конечно, но я пою не так. Вот, и не играя на гитаре, я, наверное, могу исполнить, ну, несколько песен группы «Машина времени», так они мне врезались в память. Я могу их исполнить на гитаре и могу спеть. Вот, и это вторая составляющая, вторая, которая очень важна. Если у вас сильно замудренный текст, если у вас сильно сложная какая-то музыка, то ваша песня вряд ли будет хитом. И так вам нужно простые слова, ключевая фраза, и вам нужна запоминающаяся мелодия. И тогда будет хит. Если вы хотите, если вы умеете сами писать песни, сами умеете писать хиты, это замечательно. Если вы сами не можете и, ну, очень хотите хитовую песню, обратитесь к специалистам. Много композиторов, много поэтов, которые изображают из себя хитмейкеров. Я тоже знаю многих, и большинству из них надо просто поменять профессию, заняться чем-то другим. Но есть люди проверенные, которые на самом деле делают очень хитовые песни, которые очень, большие профессионалы, и которым надо обращаться. Повторяю, мои телефоны, контакты в описании профиля. Вот. Всегда вы можете со мной связаться, посоветую, подскажу. Ну, а с вами школа шоу-бизнеса. Делайте хитовые песни, обращайтесь к профессионалам, и тогда, может быть, вы станете известными и начнете зарабатывать деньги в любимой вами профессии. За вас, дорогие.